Привет, подписчики! У нас экстренное включение, у нас начался сильный дождь, только что был. Такая обстановочка сейчас. А мне, как всегда, в такую погоду надо куда-то ехать. Ну, я еду в магазин. Хочешь не хочешь, ехать надо. Так что, как бачите, уборка под угрозой. Дожди не дают. Скоситься людям цей, конечно, естественно, цена будет падать, потому что ты что, такие условия, це капец, короче, якийсь. Какая у нас сейчас погода? Пшеница стоит, мокнет. Короче, ужас. И дождь, скорее всего, затяжный будет, потому что бульбашки на колюжах идут. Так что дождь будет долго идти. Ми ще вчора з другом мили машини на ставку і балакали, кажу, це як, що буде дощ по-любому. Це як тільки помив машину, одразу пішли дожди. Так воно дійсно є. Трошки прекратився дощик. Ну це не показатель, зараз він буде заходити на втору полосу. Сейчас переключу, покажу обстановку на поле. А на поле стоит вода. Везде подсолнух. Такий недовгий дощ, щоб іменно по времени йшов, а так швидко налив води. Дощ йшов, ну, минут 15. Зараз перестав, в принципі, ну, мабуть, ще буде, тому що хмари не розходяться. І перша прикмета дождя, затяжного дождя, бульбашки. Якщо дощ лупає, бульбашки йдуть, то значить дощ буде далі. Сейчас включимся, там еще в одном месте интересно. А вот приехали до Братского моста. Тут получается, там видео я еще не, ну, еще ценник, естественно, не вышло видео, не смонтировано. Ну там мне скидывали друг, один и другой уривки, как они ехали, как тут затопляли, как тут вода стояла. Сейчас я переключу, покажу. Оце тут, а отак все було в воді. Оце бачите, це землі як намило. Оце аж оттуда лило. Тільки що така молнія там блимнула. Я только в одну сторону отвернул, в другой стороне были мои, не успеваю заснять. Це бачите, такі наслідки
змило землю, налило. И это вот так, и там вода, вот это везде, вот это тут вода стояла. Сейчас там на полях, вон, будем ехать назад, я сниму. Там тоже вода стоит. Немає молнии пока. Як я і казав, що дощ буде далі, так воно і є. Дощ продовжується. Калюжі більшають. Так що, кому було цікаве відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Думаю, на сьогодні все. А там як карта ляже. Всім пока.